Siri, Alisa, Cortana. Эти голосовые помощники знакомы миллионам пользователей, но среди этих сервисов не было такого, который удобен для пожилых пользователей. Это и стало одной из причин, по которой Иван Будаков разработал Галю. Бабушке подарили новый телефон, ну, относительно новый, и возникли проблемы с обучением ее пользования этим телефоном. Я решил сделать такую программу. Сейчас она адаптирована под Android и под iOS. Галя работает по принципу других голосовых помощников. Человек озвучивает вопрос, а она отвечает. Ты можешь у нее спросить, как дела? Да, могу. Галя, привет, как дела? Спасибо, хорошо. Сейчас Галя находится на стадии совершенствования. Одна из уникальных функций, в отличие от аналогичных помощников, Галя может работать без интернета. По словам Ивана, пока что помощник работает только на компьютерах. Для смартфона эта программа не оптимизирована, и юноша старается найти решение этой проблемы. Также постепенно он разрабатывает для Гали новые функции. Недавно добавлена функция открытия вкладок в браузере. То есть пожилой человек говорит, открой, допустим, что-то по тематике сада и огорода, и этот голосовой помощник синтезирует эту речь, переводит ее в текст и открывает вкладку в браузере с этим запросом. Кроме голосового помощника, Иван придумал еще несколько уникальных изобретений – галактический тетрис и робот-паук. Также сейчас он вместе с товарищами работает над проектом беспилотного автомобиля «Вектор-мобиль». Иван признается, что больше всего ему нравится создавать проекты, которые в перспективе смогут улучшить жизнь людей и восстановить природу. Можно сделать роботов, которые озеленяют лес. То есть робот на гусеницах, допустим. Много маленьких роботов на гусеницах выпускают в лес. Они едут и в каком-то месте, рассчитывая от деревьев расстояние, сажают дерево или какой-нибудь кустик. В будущем Иван планирует реализовать еще много общественно полезных проектов. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.